Часто задаваемые вопросы. Где приобрести сумку на колесах хорошего качества и увидеть вообще полный реальный видеообзор? Ребята, эта сумка шикарного варианта для того, чтобы в первую очередь подарить ее кому-то, потому что она реально безумно красиво выглядит. Идеальная вообще. И второе, она хорошего качества. Начнем, почему она хорошего качества. Одно из самых главных — это колеса. Вот эти колеса металлические полностью внутри. Внешняя часть колеса — это жесткая, проверенная, прочная резина. Я бы сказал, даже неубиваемая. Сумка состоит из нормального, не сверхпрочного и не хлюпкого, а из нормального металла, придачу легкого. Сумка сама по себе очень легкая. И не составит никакого труда, если это будет какая-нибудь бабуля, пенсионерка, и либо ребенок даже с этой сумкой переносить. Сам материал этой сумки водоотталкивающий, потому что внутри она прорезиненная и клеенчатая. Если на эту сумку будет попадать дождь, то поверьте вы мне, во внутреннюю часть 100% вода не попадет. Даже если взять вовнутрь, налить водички, то вода будет там и стоять. Закрывается она очень легко и просто. Вот так вот складывается. Кстати, тут есть еще специальный шнурочек, который затягивает сумочку. И сверху вот так вот она прикрывает. Ну, согласитесь, ну, красивая. Реально красивая. Да, и, кстати, часто задаваем вопрос. Ручка вообще цельная, либо пластиковая? Основание самой металлической конструкции идет вот до сюда. Оно цельное. А вот эта пластиковая ручка, она сборная, из двух частей. Вот здесь еще есть шурупы. Поверьте вы мне, ручка выдержит любую нагрузку. Сумка будет долговечная. Здесь вот еще есть кармашек. Посмотрите, сюда можно положить все, что угодно. То ли документы, то ли ключи. Сумка разбирается очень легко. С обратной стороны берется, отклеивается липучка. Убирается. И достается сумка. Вот вы можете достать ее и постирать. Ну а если вам нужно сложить эту сумку, для того, чтобы положить в машину, собирается сумочка аккуратненько, и нижняя часть вот так вот складывается. Вот и все. Вы можете ее свободно положить в машину, в шкаф, на полку, даже просто засунуть за диван. Все, в квартире взяли, да спрятали, нет никаких проблем. Достали и обратно же поехали. Самое главное, приобретайте товары, можно так сказать, эту сумку, в тех интернет-магазинах, которые делают вот такие вот видеообзоры. Потому что, если мы вам лично показываем эту сумку, значит, она вам при заказе и придет домой. А непонятно что, непонятно от кого. В описании под этим видео я вам оставлю ссылочку на вот эту уникальную, точно такую же сумку, ну почти точно такую же. На колесах еще есть сидушка. До 100 кг выдерживает. Я 98 кг человек, свободно сижу и нет никаких проблем. Вот, встали, сложили и поехали. Кайфец вообще. Разложили в транспорте или где-нибудь на улице на остановочке. Посидели, отдохнули и обратно поехали. Ребята, ссылка на эту сумку и на эту сумку находится внизу в описании под этим видео. И если будет несложно, когда приобретете товар, в комментариях напишите, пожалуйста, свой отзыв о этом товаре. Спасибо за внимание. Ссылки на товары находятся внизу в описании под этим видео.